Здравствуйте. Сегодня у нас проводится всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Предлагаем сейчас Дня Победы взять ленточку. С Днем Победы! Носят у сердца. Георгиевская ленточка в наши дни – символ гордости за великую победу, а значит и связи поколений. Надеть ее – выразить уважение к ветеранам, благодарность за их подвиги. Ежегодно в преддверии 9 мая в разных регионах страны проходит акция «Георгиевская ленточка». В Слободском также по традиции ленточки горожанам вручают активисты общественного движения «Волонтеры Победы». Я решила поучаствовать в акции, потому что в преддверии Дня Победы, чтобы люди знали, гордились. Я считаю, что это очень великий праздник, все должны помнить, гордиться, уважать. Волонтеры предлагают жителям взять георгиевскую ленточку, поздравляют с праздником, напоминают о том, как правильно ее носить. Ее нельзя завязывать на сумках, на антеннах и зеркалах автомобилей. Принято прикреплять только на груди. Именно так слобожанка Ольга Коротких пойдет на парад 9 мая. У меня есть внук, обязательно с этим внуком схожу на площадь. Обязательно сходим к памятнику нашим солдатам-воинам и на братские могилы, возложим цветы. И обязательно с ним поговорю и расскажу о биографии моего дедушки, участника Великой Отечественной войны.